дойдет, то оно останется у Кощея. Нет, давай, переписывай указ, чтобы как можно больше людей поехали ее спасать. И чтоб был выбор в конце концов. Закон обратной силы не имеет. В каком это смысле? В прямом ничего уже нельзя сделать. В таком случае я отважусь на ужасный поступок. Не может быть. Я назначу другого премьер-министра. Что вы волнуетесь? Я так и сделаю. Когда Ванька спасет принцессу, мы перепишем указ в той части, где говорится о женитьбе. Все логично. Какой умный у меня премьер-министр.
Я хочу.